Здравствуйте, я Игорь Каразеев. Недавно совсем, буквально полчаса назад, я был на сеансе, со мной работала Елена Минина. Она работала, мы сначала, я под ее руководством делал голосовые практики, в том числе мы работали с доречевыми звуковыми сигналами. Ну, теперь я знаю, как называется эта штука, которой я в детстве баловался и забыл об этом благополучно. А потом Елена делала прозвучивание, тонинг. Ну вот интересно, но это была такая целенаправленная по определенной методике работа с телом. И ну вот ощущения интересные. Было и непривычно, и что-то неудобно иногда. Ну, непривычно вот звуки такие произносить. Но явно чувствовал, что в теле я звучу, и это отзывается. И вот моя такая, ну, зона, что ли, с которой вот я работаю, да, это ноги, любимая моя зона, где, ну, и болит до сих пор еще. И в том числе вот чувствовал, что так приятно, хорошо в ноги отдает. Это вот такой для меня критерий, что ли, что работает. Вот. Пою горлом и явно чувствую, что в ногах такие шевеления, какие-то приятные разворачивания происходят. А вторая часть, если так можно выразиться, этой работы была уже, ну, заключалась уже в том, что я сначала стоял, потом лег на массажный стол, и Елена уже со мной работала, озвучивала, а я принимал, погружался в этот звук, и было такое интересное ощущение, периодически оно возникало, что я как в этом звуке, ну, как будто растворяюсь, вот я звук, а время как ну, в общем, сложно даже это словами передать. Тонкое, приятное ощущение, и по всему телу движения происходили, шевеления, ну и в том числе и ноги, они двигались, и подергивались у меня, и, ну, и тело реагировало разнообразно, по всему телу реакции происходили. Ну вот опять вот моя любимая зона ноги, и они вот тоже приятно, хорошо реагировали. Интересно, Елена, спасибо большое. И я приглашаю, рекомендую познакомиться с этим, ну, каждому лично познакомиться с этой практикой, чтобы, познакомившись, человек уже мог на основе личного опыта, своих ощущений решить, ну, вот как он хочет это. Ну, если хочет, то можно этим пользоваться. Спасибо.